Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжим сегодня играть в серию Tomb Raider. На этот раз у нас часть Underworld 2008 года. Кстати сказать, я опять же в нее не играл ни разу. Что-то загружал, тут настраивал, делал всякие различные манипуляции. Твою мать, я еле-еле вкрячил тут перевод-то этот гребаный. Озвучку и субтитры. Ужас просто. Потратил часа, наверное, полтора времени на это все. Но, тем не менее, все работает, все отлично. Давайте начинать. Начать новую игру. Да. С туристом будем. Рядовым туристом. Туристом мы, поехали. Взрыв какой-то тут произошел, я его уже видел, не знаю, что тут случилось. Что-то пиздануло, причем сильно, твою же мать. Что-то какое-то здание, замок какой-то, не знаю. Сейчас мы с вами это, надеюсь, выясним. Предисловие-то нам же должны какое-то хоть рассказать-то. Tomb Raider Underworld, ранний Tomb Raider. В главном меню вы можете найти в видеоролике ключевых сцен предыдущих игр серии. Выберите дополнение, затем ролики и титры. Затем. Да, можно так посмотреть, ничего себе. Надо будет глянуть между сериями, что там такое, что там такого написано. Вот и, собственно говоря, Ларка. Боже мой, все взрывается. Ларчонок, а я скучал. Не видел тебя целых две недели. Стоп, что тут у нас по кнопкам? Я вот в кнопках-то я не разбирался. Кнопки. Это у нас стрелять, хорошо. Это у нас не стрелять, это просто высовывать пистолет. Ладно, это что у нас такое? Что это? А, это трос, наверное, да. Прыжок. Прыжок, это присесть. Отлично, это что? Да, эх, нихера себе, Ларка-то с вертухи бьет на эту кнопку. Да ладно. Что, блядь? Она еще и прыгает в воздухе, ногой бьет. Неплохо. А что у нас еще есть? У нас есть... Оружие мне. Ого. А как перезаряжать его? Граната? Что, блядь? Блядь, ну, а как перезаряжаться-то мне? Я, допустим, хочу перезарядить нашу пушку. Сейчас мы разберемся с управлением. Я... нет. Так, это фонарь просто. Это фонарь просто, да? Стой. Я что-то ни хера не пойму. Это у нас трос. А как перезаряжать-то? Блядь, ну, у нас пистолеты... Нет, хуйня, это ружье, блядь, какое-то. Ладно, разберемся чуть позже. Идем. Огонек. Огонек. Ларке явно жарко. О, блин, я, честно сказать, скучал даже. Нажмите, чтобы прыгнуть и зацепиться. Знаем мы все. Слушай, оно здесь цепляется гораздо-гораздо быстрее. Я хочу взять пистолеты просто. А, подожди, а ружье тоже бесконечное, что ли? Здесь, наверное, нажать надо. Да в основном все кнопки управления точно такие же, как и... в предыдущей части, хотя нет, не в предыдущей части, а как в легенде. Я в этом самом Anniversary переделал же кнопочки немножко по-другому. Но вообще с завода они именно так, с завода, блядь. Изначально они такие были. Кидаем, чтобы нажмите и чтобы... Ага, потянули мы за трос. Надо будет обязательно научиться перезаряжаться. Перезаряжаться. А я знаю. О, угадал. Смотри-ка. А я знаю. А дальше что? Нажмите, чтобы прыгнуть вверх и зацепиться. Да, ты так можешь. А вот так быстро можешь? Можешь, смотри-ка, замечательно. Спрыгнуть. Дальше куда? Чтобы, наверное, надо. Использовать клавишу движения, чтобы прыгнуть в сторону. А в какую сторону-то? Не, подожди-ка, в сторону прыгну. Я хочу назад прыгнуть. Она... Стой. Назад я хочу прыгнуть, допустим. Опа! Все, есть. Коробка. Спорим, ее двигать надо. Опа! Точно. Эх, это что такое? А, ее можно бить. Цепляйся! Ее можно бить. А, так это мы сейчас тут зацепимся. Хорошо. Куда ты, ларчонок? Не это самое. Не прыгай туда, ради бога. Ты еще нам пригодишься.
в сторону, да? Это, я так понимаю, вот туда просто? Ага, есть. Здесь управление, на мой взгляд, вот первоначальный мой взгляд, более понятное, чем в предыдущих двух частях. Я, кстати, тут на досуге решил запустить Ларку 2003 года. Что-то там какие-то, не помнишь, как она называется. Я ее запустил. Роликов только нету почему-то между уровнями. Нажмите их, чтобы... Ага. Господи, боже мой. Я просто идеальный. И водитель Ларки Крофта. Чтобы спрыгнуть. Так, есть, спрыгнули. Eidos Interactive. Crystal Dynamics. Слушай, так это не наше поместье, кстати. Это может быть поместье Крофт как раз. Tomb Raider Underworld. Очень похоже на это, кстати, сказать. Недели раньше. Ну, Лара, еще не нашла его? Терпение, Зип. Я ведь говорила тебе, в Средиземном море мало неоткрытых островов. Ты точно уверена, что этот Эддингтон знает, о чем говорит? Он говорит, мой отец полагал, будто вход в Авалон находится здесь. И я ему верю. Ладно, но выходит, ведь... Говорили, и мы говорили, а ты? Меня не впутывай. Ну, допустим, Авалон реален. Но искать его, потому что какая-то больная говорит, что твоя мать не погибла. Послушай меня, я не хочу показаться черствым, но это мысль о том, что твоя матушка живет в кельтском загробном мире, по-моему, пахнет безумием. Алистер, я не питаю иллюзий насчет того, что моя мать здравствует в сказочном раю. Я просто ищу истину, какой бы она ни была. Я тебе еще позвоню. А вот неожиданно увидеть ларчонка-то было в трусах. Какая задница хорошая у нее. Все-таки, подождите. Между прочим, тут разговор о матери шел. Мать-то мы с вами... потеряли как раз в легенде. Легенд. А что делать-то здесь надо? А у меня есть какая-нибудь книга? Ну-ка, дай-ка... Нет, тут нету. Что это? Ёх ты! Сонарная карта, местность, подсказки, журна. Отец считал, что здесь находятся древние руины. Древние руины. А я могу на второй, на это самое? Наверх-то? Не, не могу. А как-то тут движется странно. Но выглядит, конечно, круто. А может, нам нырнуть надо? Да попробуем. Древние руины. Ты где маску-то уже нашла? Либо смотрите мышцы, выбраться на прямо, когда он хотите плыть. Я не знаю, как. А, у меня акваланг. Слушай, тут, бляха, так и надо было, что ли, нырнуть. У меня же акваланг есть. Нажмите, чтобы приключить меня пистолетом и выбрать оружие. Да. Эх ты, неплохо. Я могу стрелять. Значит, это у нас подводная одиссея команды Кусто началась. Нажмите R, чтобы выстрелить и захватить цель. Или LT, чтобы захватить цель. Ага, секунду. А кого тут там стрелять-то? Тут стрелять-то, наверное. Некого. Но это какие-то действительно руины. Вход, блядь. О, там акула, между прочим, плавает. По-моему, она... Нет, недружелюбно настроена как-то. Ей, да ладно! А что тут, сука, какая-то, погляди, какая противная, рыбина.
хорош, вы чё? Перезаряжай. Да отстаньте, отстаньте, суки! Как мне быстро-то плыть? Они же вот туда... Да куда ты, Ларка, ныряй? А нырять-то как, я забыл? Во! Тут-то в домике-то, наверное, нас не съедят. Слушай, подожди-ка, откройте КПК, нажми, понимаешь? Сонарная карта. Бляха-муха, а как назад? Ага. А я где? Я тут. Я везде. Я везде. Контрольная точка. Вот плавать здесь как-то не очень мне пока нравится. На самом деле, как-то странно, странно очень. Все это тут происходит. Не-не, управление здесь. Чего, блядь? Управление здесь мне не вот в плавании. Нажмите, чтобы подобрать предмет. Что хотел сказать? А, управление? Вот именно. А его куда-то воткнуть надо? Сюда, что ли? Для получения помощи обратить. Да не надо мне никакой помощи. Вот это здесь, сюда, наверное, воткнуть-то, нет? А, ну-ка, подожди-ка. Я понял. У нас здесь некий рисунок. А как нам посмотреть, как правильно должно быть? Надо здесь обследовать все. Наверное, где-нибудь написано. Нарисовано. Ну, не на дурачка же это тут все. Ну, погоди, давай посмотрим, что тут вообще есть в принципе. Здесь у нас... То есть тут глаза. Может, нам глаза надо собрать? А ну фонарик-то. Подожди, фонарик. Фонарик. Фонарик пока выключу. Аптек нету. Может быть, действительно надо глаза собрать? Ну-ка, давай-ка. Вот тут еще у нас... А где... Подожди, а крутишки... Ёпта, тут крутилки-то нету. Давай-ка поищем. Крутилочка, крутилочка, вертелочка. Не, ну ее точно нету. Вопрос на миллион. А где вот она? Здесь вообще есть какая-нибудь... Слушайте, очень не играю, повторюсь, на джойстике. Очень непривычное управление после предыдущих частей. Вроде такое же, а вроде и не такое же. Вот это что тут за... Вон там что-то лежит, ты погляди как. Эх ты. Бери, Ларка, что это такое? Это артефакт, что ли, просто? Ага. Это артефакт. Артефакт это хорошо, но нам бы не помешало найти... вертушок вот этот вот. Да куда ты, блядь, тут всплываешь-то? Нам надо нырять. Как, сука, не могу привыкнуть к этому управлению. Вот именно в плавании. Так, который так... Стой, там что-то вот шелестит. А где тут еще шелестит-то? Еще найдем. Сейчас найдем. Хорошо хоть... Хорошо хоть акваланг без коней. А, стой, 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 подожди-ка. Так а мне, может, и не надо искать-то? Ой, блин, точно. Ну-ка, давай поворачивай. Мне, может быть, и не надо искать-то, действительно. Ну-ка, где? Погоди, а здесь глаз-то нет, что ли, больше? Что, блядь? Тут закрытые глаза только? Не понял. А нам тогда чего искать надо? А нам надо ее еще раз повернуть и все, наверное, да? Или нет? Погоди, я не пойму, что нам... Не пойму, что тут надо собрать-то.
То есть глаза сюда у нас, да? Глаза сюда. Ну, наверное, глаза все-таки. Погодите-ка. Сейчас все, я. Вот это все, теперь это победа. Теперь. А, хотя, какая нахрен победа? Я вот тут не поверну никак. У нас тут сколько? У нас тут два глаза только, да? Правильно, правильно. Вот это не поворачивается. Одна из. А может быть, надо просто на правую глаза-то, блядь, собрать. Ой, на левую глаза-то все собрать. Ну, всплывай. Где тут у нас зенки-то? А нет. А я их не соберу никак. Это, конечно, было бы очень просто. Но мне вот эту-то никак не повернуть. Слушайте, надо рычаг, наверное, искать. Я не знаю. Сейчас мы, конечно, потратим до хера времени, это понятное дело. Но рычага-то нет. Я его и снять-то не могу. А если мы воспользуемся подсказкой, тут вот... Тут где-то должна быть вторая ось. Вторая ось, все правильно. А медузу пиздануть можно? Эй, я хотел из пистолетов. Нет, вторая ось. Ну, с другой стороны, а вторая-то ось, она может быть и... не здесь, как бы, да? Она может вон там где-нибудь, на улице. Среди аку. Они меня кусать не будут, интересно? Блин, она очень далеко. А вон это же, вон что-то лежит. Не? Нет, это дерево. Подземное. А если я возьму гарпун? Гарпуном-то наверняка как-то поинтереснее акул-то шмалять, нежели с пистолетом под водой. Пистолет-то бесполезная штука. Под водицей. Ну, я что-то не вижу ни хера. Тот я сразу практически увидел. Но по сути, он не должен быть где-то далеко-то, правильно? Давайте всплывем маленько. Может, тут получше будет, где видно-то. Хотя, с другой стороны, хрен его знает, куда они могли его засунуть-то. Вот, тут я могу и стиком погружаться, и кнопками. Вот это меня вообще напрягает как-то. Хотя... Хотя, если привыкнуть... Сонар. Ну-ка, погоди-ка. Сонарная карта. Сонарная карта. Это я уже отплыл. Как видите-то? Это я уже отплыл. Все, вроде придрочился к этим, к этому управлению. Сонарная карта. Может, тут еще что-то будет такого-то интересного. Слушай, действительно, надо, блядь, привыкать к этому управлению, конечно же. Я не скажу, что оно ужасное, оно просто другое. В предыдущих частях в воде я как-то поувереннее себя чувствовал, но... Сонар. Ну-ка, погоди-ка. Где же у нас тут чего? Я, по-моему, уже настолько отдалился далеко от этого входа в пещеру. Сейчас вот интересно, найду я его или нет ли? Есть вариант, конечно, всплыть. Подплыть опять же к лодке нашей. У нас лодка-то где у нас вообще? Ее не видать нихера. Подплыть к лодке. Лодка же это у нас как бы ориентир будет. Я здесь ничего не вижу. Хорошо, хоть воздух не кончается. Вот это прям вообще шикарно. Сонар. Где вход-то? Я тут вокруг какого-то камня плаваю. Надо мной акула. Ну-ка, сонарная местность. Да не, вроде сейчас подплывем. Ко входу должны подплыть уже скоро. Вот прям скоро-скоро. Но что-то его пока я не наблюдаю. Если что, акулы есть. А вот вход-то, да? Ну, прям как видно, выделяется. Как дорога какая-то. Ну да.
Это оно и есть. Давайте повнимательнее посмотрим около входа. Возможно, где-то здесь что-то и лежит. Ну а где? Ну-ка, у нас сонар сейчас воспользуемся. Сонар. Но сонар не сонар показывает только местность. Детали-то он не показывает. Хотя штука, безусловно, полезная. Медузы. Медузы. А вот здесь вот у нас ничего нету. Медузы, наверное, кусаются. Ну, в смысле, не кусаются, в смысле, жалятся. И по-прежнему здесь я ни хера не вижу. Ну, тут комнатушка-то на самом деле небольшая. А вот где вот этот... Где еще один... вертушок? Непонятно. В середине должно быть... три глаза. Это 100% прям. У нас здесь выхода... Выходов два, да? На полу? Я, ну, может, я слепой, конечно. Как крот. Не, ну я, конечно, слепой, но уж не в такой же степени. Этот же я первый-то сразу же увидал. Первый вертушок. Давайте попробуем. Так, стоп. Попробуем доплыть до верха. Может, действительно где-то здесь он спрятан. Спрятан. Я очень сильно сомневаюсь, что-то. Здесь просто как бы выход. Да? Выход, и ничего здесь как бы нет больше. Ну-ка, мы сейчас маленько вот сюда. Вот, блин, очень много времени мы потратили на поиск этой хреновины. Самое смешное, это мы ее еще и так и не нашли, ведь. Где вот она? Ее тут нету. Тут не... Хотя, подожди, а почему нет-то? Может быть, она где-нибудь вот тут среди камней? Может быть, она просто лежит в отдельном каком-то тут вот как бы закутке? Ведь может быть такое? Может быть такое. Вот что тут такое? Какое-то, опять же, строение. В котором ничего нет. В котором нету ни хрена. Слушайте, я, честно сказать, что-то прям как-то и не знаю. Неужели мы вот всю серию потратим на поезд? На поиск? На поезд. На поиск одного вертушка вот этого вот. Ужас просто. Ну это ладно. Главное найти. Блять, акулы, да идите нахуй. Меня куда-то ее сносят? Ларка, тебя куда сносят? Я очень внимательно смотрю, на самом деле, на пол, на землю, на дно. Но даже ничего похожего не вижу. Пока что. Акулы есть. Вертушка нет. Я, по-моему, куда-то уже опять уплыл не туда. Так, здесь у нас, что ли, вход-то? Да. Вход здесь. У меня есть, конечно, идея. Идея шикарная. А что если мы там... ну, погоди-ка, вот тут вот он на входе, у нас нет ничего. Акулы только, блядь. Акулы у меня сейчас есть будут. Ну, их винить в этом, конечно же, нельзя. Ну-ка, подожди-ка. Местность. Что такое местность? Сокровище 26, нихера себе. Здесь, может, какие-то скрытые полости мы сможем увидеть вот на этой штуке. Или мы, я, может быть, просто мозги ебу, и нам надо расставить. Стой, подожди, я, наверное, мозги ебу. Как обычно. Нам, может быть, есть смысл...
расставить по сторонам. Может быть, действительно нет никакого вертушка. Но не может быть такого, что... так вот захерачили его глубоко. Может, как-то синхронно их надо расставить? Ну, давай попробуем. То есть, допустим, вот так вот мы поставили, да? И ничего не произошло. Слушай, ну это не смешно ведь на самом деле. Синхронно? Или нет? Ну да, три глаза как бы. А как? Три глаза. Мне, между прочим, уже глаза охренели, блядь. Вот это вот. Вот это вот как бы размытые картинки. Туманные. Ну где же нам взять-то? Я не знаю. Может попробовать еще как-то? Так, ныряй-ка, Ларка. Попробовать еще как-то повернуть. А как мы тут? Что попробуем? Давайте посмотрим повнимательнее. Как они, может быть... А, может быть, мы что-то не так опять же сделали. Да нет, вроде все так. А, глаза эти... Глаза. Но это никак я не поверну. Здесь никак я не поверну. Может, как-то снять его можно? Слушай, подожди, а может действительно его можно снять? Да нет, не сниму я его больше. То есть нам нужен где-то в любом случае еще один такой же. Пиздец. А может, где там у входа? Может, где тут действительно на улице? Акул, погоди-ка, ну-ка акул, давай захерачим хоть одну. А вот, подожди, здесь вот что такое? Еба. Тут еще, короче, какое-то помещение. Ты смотри-ка, а. Вы хотите сказать, это здесь лежало? Или там нет ничего? Нет, здесь, походу, нет ничего. Да как нет, блять, вот же он лежит. Вы прикиньте, сколько я времени потратил на эту штуку, обалдеть. Вот у нас эта хреновина. Нет, слушайте, ну, по крайней мере, мы нашли. Мы нашли эту штуку, теперь можно плыть в эту комнату. И открывать подземный вход какой-то там наверняка будет. Все верно, все правильно. Сейчас мы три... Как раз я глаза повернул. Как надо. Давай-ка, поворачивай, ларчонок. Еще разик. Отлично. И? Ну, конечно, все открылось. Я просто не знал, где взять второй вертушок. Ничего себе, тут какое помещение еще огромное. Все, контрольная точка, судя по звуку, была. Удержите, чтобы плыть быстрее. Да нам не надо быстрее плыть-то, мы и так тут ничего не видим практически. Надо все внимательно тут смотреть, просматривать, иначе что-нибудь пропустим. Не будем искать опять потом полдня. Куда вот тут плыть? Сюда. Медузы сто пудов кусаются. Я так полагаю. Ну то, что они какие. Ёб твою мать, нахуй! Кто ты, блядь? Кракен, блядь, ты ли это, нахуй? Хуя себе, блядь. Так. Это ж неспроста. Давай-ка поднимайся наверх. Ёх ты. А здесь комнатушка. Блин, как тут темно-то, а. У нас есть фонарь. Отлично.
Ёх, да какой яркий, блядь, ты посмотри-ка. А туда я могу запрыгнуть? Судя по всему, нет. Так, ладно, ну-ка пойдем сюда. Какие-то вазочки. Она, смотри, как так аккуратно их бьет, блядь. Оба-на! Что-то нашли. Какой-то артефактик, замечательно. Кстати, вон я вижу там дыру в стене. И она куда-то ведет. Что такое? Да давай прыгай, что ты экаешь-то? Ларка без этого не может. Тут что? Тут какое-то опять подземное, подводное помещение, что ли? Ну, наверное, надо нет? Ну нет, тут нормально. Достаточно глубоко. Только тут тупик, судя по всему. Или подожди, или нет тупика. Надо фонарь выключить, то есть с ним вообще ни хера не видать. Да, ты как сюда? А что ты не хочешь туда залезать? Ларка. Давай-ка, вот ты сюда можешь залезть? Сюда ты можешь залезть, а сюда и сюда можешь залезть. Фонарик как-то Опа, там что-то еще. Фонарик как-то разгорается. Странно, это что ты такое-то взяла? Момент, подождите. Тут куда-то надо идти. Тут наверх, наверное, да? Ага. И здесь не особо-то заметно в этой части вот зоны, куда мы можем зацепиться. Ага, тут он, кстати, шест. Че? Ищите, ты как сидишь, здорово. Так, давай-ка вот сюда. Оба-на, ничего себе, ты как... Блин, тут... как странная очень физика, на самом деле. Не скажу, что она мне нравится. А куда дальше-то? Вниз, что ли, хотите сказать? Ладно. Вниз так вниз. Да блин, сраные подсказки. Да все у меня... Что такое? Это что-то там лежит, смотри-ка. Голова. А это что такое, смотри-ка? Какое-то кольцо. Ё. Что ты делаешь? А зачем мы змею-то уронили? Кто это? Змея, не змея? Хрен его знает. Это его куда надо поставить? А, наверное, куда-нибудь сюда. Ну а зачем их? Их тут два. Не, подожди, не сюда, наверное. Че? Ты ими отбиваться будешь, что ли? Положи кирпичик. Ёпты мать. Пух. А это у нас что такое? Я, честно сказать, не знаю, что это такое. Ну какую-то там дыру надо заткнуть, как я понимаю. Заткнуть или не заткнуть ли? Да, блядь, положи ты кирпич. Как мне ее тебя? Положи, пожалуйста. О! А зачем их два-то здесь? Два кирпича. Стой, а здесь тогда что у нас? А здесь вот так... Бляха-муха, это что такое тут, блядь? Че-че-че-че? Надо кирпич сюда положить. Давай клади-ка, бери точнее. Там вон цепь я какую-то вижу.
А, я понял, веса не хватает. А где у нас еще один кирпич? Ты тут же где-то был, я его бросил. Блин, потерял кирпич, твою мать. Куда я его заметнул-то? И что это за кольцо? Да бляха, ну был же кирпич-то. Да подожди ты, блин. Вот он. Вот кирпичик. А, положить вот так вот надо. То есть у нас что-то, что-то опустилось, я не знаю чего, что это за механизм. А, вот, смотрите, все понял. То есть здесь две кнопки. Вот эту кнопку мы нажали с помощью башки, а ту кнопку нажали с помощью вот этих двух кубиков. И что-то сейчас, наверное, сработает. Огонек. Невероятно. Резьба явно похожа на орнаменты ранней германской эпохи, но гораздо старше, чем V век. И что странно, куда сложнее. Протоскандинавские руны? Посмотрим. Туманная земля. Это должно быть Нифельхейм, царство мертвых. Скандинавский вариант Авалона. Нильфхейм. Я не могу смотреть на скандинавские руны, когда перед мордой Ларкина жопа то и дело показывается. Причем в трусах. Ладно, контрольная точка у нас тут есть. Контрольная точечка есть. И чего тут у нас? Нильфхейм. Добро пожаловать в Вальгаллу, блядь. Ох ты. Так, 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 там интересно, кто-нибудь внизу живет? Я надеюсь, что нет. Вот тут что-то у нас точно есть. Опа! Так, ну куда пинай-ка? Пинай. О, есть сокровище. Сокровище. Больше все, вроде бы никаких сокровищ тут больше нет. И быть не может. Здесь у нее движения какие-то более резкие, что ли? Ну, не шибко мне вот эта вот нравится ситуация. Здесь ничего у нас нет. Блять, фонарик же мне, че туплю ты? Эй, что-то подлагивает игру лицо, блядь, ты смотри-ка на. Что, блядь? Такого быть не может, так. Да ну хорош, блядь. Че за нахуй? Куда? Сюда лезть? Нет? Так? Так, да? А дальше куда? Сюда. Меня, знаете, что еще беспокоит? Меня беспокоит кракен, блядь. А там, смотрите-ка, там какая-то пещерка или что тут у нас есть внизу-то? Не хотелось бы с кракеном тут встретиться. Лицом к заднице. А, ты даже так можешь. Неплохо. Неплохо. А дальше куда? Даже так. Тут упрощенная какая-то схема вот прыжков. Что это? А, кубок. Кубок какой-то мы еще нашли. Какие-то кубки собираем. Хрен узнает, что за кубки. Непонятные. И здесь что-то еще есть? А, здесь есть это. Опа! Ну ладно. Тогда идем куда? Тогда идем, наверное, дальше. Но зачем вот здесь вот этот уступочек сделан? А, я мог поверху пройти, все ясно. То есть, как я понимаю, тут два пути. Два пути. Сохраняшечка прошла, да? Контрольная точка. Ну, давайте тогда на сегодня остановимся. Немного затупили в начале серии. Ну, а что сделаешь? Ты, кто же знал-то, что там этот вертушок вообще в другом подводном помещении будет? Это было неожиданно, на самом деле, для меня. Но все-таки разобрались, нашли, открыли путь
в Нильхейм практически. И продолжим в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.